Знаешь, мне тут пару сделок провернуть надо. Может, я пока отлучусь ненадолго? Ты скучаешь по девушке, которая тебя любила? Которой? По дочке фермера. О, да, и не по одной. Thank you.
Что это за нечестивое колдовство? Кровью! После такого никто не выживал! Узрите мой гнев! Thank you.
Примите мой гнев. Thank you.
Если меня убьют, ты меня похоронишь? Возможно. Что? И это после всего, что мы пережили вместе? Не бойся, друг мой, похороню. Если мы простоим здесь еще немного, то я обчищу твои карманы. Так и знай.
Как считаешь, сколько дадут за эту прелесть? Ты издеваешься? Здесь-то она точно никому не нужна. Однажды меня поймали на воровстве, но только однажды. Я не собираюсь вот так всю жизнь простоять. Thank you.
Я теряю терпение. Ничего так, пейзажик. Здесь вообще симпатично. Земля вот. Так что, мы идем или будем дальше стоять? Сокровища — лучшие, что есть в этом мире. Ничто с ними не сравнится. Смотрю, ты любитель поговорить. Это одно из моих самых больших достоинств.
Ты когда-нибудь думала о том, что надо что-нибудь в жизни изменить? Я вот нет. Знаешь, в Кингспорте меня считают сердцеедом. Сейчас нас должно заботить только то, как выжить. А я вот считаю, что уметь получать удовольствие даже в такие моменты очень важно.
мне проснулось воровское чутье. Не подходите к нему. Как ты осмелилась осквернить мой склеп, тепло? Приходится расстаться с короной. Запомни. Наконец-то.
Значит, это ты упал, ты помнишь? Я тьма. Возможно, Декарт Каин сумеет... Я нашла его на дне кратера. Не кажется. Расскажи нам. Тогда я... Найти обломок меча на козлином пастбище примерно так же легко, как и гонку в стоге сена.
силы! Местная флора не отличается дружелюбием. Трам окружают плодородные поля. После падения старого Тристрама суеверные фермеры довольно долго избегали сеять на них хлеб. Но со временем оставили свои глупые предрассудки и снова взялись за плуги и мотыги. Теперь зерно с этих полей поставляют не только в новый Тристрам, но и в Вортом. Этот странный свет. Должно быть, обломок меча где-то внутри пещеры. Или так, или козлоногие развели здоровый костер. Убить ее! Завершить ритуал! Вот-вот прибудет Магда! Он уже начал превращаться! Я так и думала. Обломок меча здесь. По какому праву? Это на Юха! Сражаешься, но еще одного обломка тебе не видать. Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Один обломок. Дядя, молодец! Я ничего. Магдару. Соверши. Во мне как будто что-то пробуждалось. Не могу этого объяснить.
Воры, убить ну, что ее. Он бросил тебя! Отдай ее мне! Ничего я вам не скажу! Отпустите вас! Этот раз тебе от нас не уйти. Это еще не конец. Гильдия воров из-под земли тебя достанет. Вот Ритусов. Конечно. Похоже, ты отлично знаешь рынок. Идем, скорее. Погоди. Хотя... Вот ты где. Но ты же... Невест? Признаться, меня пугает то, что говорится в книгах об Аларике и этом храме. Ты должна... Ты не... Следуйте за мной. Я подниму для вас мост. Ищи в лесах две гробницы. Последнее пристанище воинов и склеп древних. Аларика? Нет. Это их искалеченные люди. Теперь я еще лучше владею собой. Эти карты называют летающих тварей крылатой смерти. Потрясающе! Совсем как в детстве, когда мы с дядей Декардом искали древние артефакты. Какое счастье, что ты уже взрослый. После такого никто не выживал! Свету. Но теперь мир поглотила тьма. Да, теперь все иначе. Я ведь могу забрать эти слова?
следующий, когда мы откроем ворота храма. Алия, ты же вроде нормальная девушка. Как ты могла ввязаться в эту авантюру? Думаешь, я не могу постоять за себя? По-моему, это был комплимент. Ах, вот оно что. Если мы простоим здесь еще немного, то я обчищу твои карманы, так и знай. Мне казалось, искатели приключений должны искать приключения. Thank you.
Может, пойдем уже? Когда все это закончится, я открою где-нибудь маленькую таверну. Если, конечно, доживу до этого дня. Я бы не смогла вернуться к такой жизни. Если останешься без работы, дай знать. Я подыщу для тебя местечко. Лучше я просто как-нибудь загляну. Я никогда не отличалась терпением. Расскажи мне о таверне, которую ты собираешься открыть. Этот мир полон опасностей. Каждый путник мечтает остановиться в спокойном месте, где можно передохнуть и восстановить силы. Идеальное место для засады. Я бы заночевала в поле. В моей таверне никто ни на кого не нападет.
А ведь сейчас кому-то наверняка нужна моя помощь. Разве у нас нет кое-каких важных дел? Я скучаю по Колдею. Почему? Там всегда можно было встретить множество людей. Купить что-нибудь, увидеть разные диковинки. Если мы простоим здесь еще немного, то я обчищу твои карманы. Так и знай. Пока я теряю время, мои враги становятся сильнее. Отличный день для прогулки. Это не прогулка. Мы каждую секунду на волосок от смерти. Тем ценнее каждое ее мгновение.
Как-то мы с дядей Дикардом провели лето в Брамвилле. Скукотища была смертная. Почти как сейчас. Мне больше нельзя впустую тратить время.